Сегодня в Кишиневе в офисе миссии ОБСЕ состоятся двусторонние консультации политических представителей Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова. Нина Штанский и Евгений Карпов намерены обсудить вопросы транспортного сообщения между берегами Днестра, а также существующие экономические противоречия. В эти минуты выезжают в столицу Молдовы члены экспертной группы по экономическим вопросам. Они также будут принимать участие в разговоре. Официально заявленные темы беседы – устранение ограничений во внешнеэкономической деятельности экономических агентов Приднестровья, вопросы создание подгруппы по банковской деятельности, а также возможность согласования подписания нового меморандума о взаимопонимании между Центральным банком Приднестровья и Национальным банком Молдовы. Подробности в вечернем выпуске программы «Вовремя».